Спортивное программирование – это решение компьютерных задач. Чем быстрее, тем лучше. Кто больше успеет в установленный временной промежуток, тот и чемпион. Именно по таким правилам состоялись квалификационные и отборочные раунды всемирных соревнований «Алгоритм 2014». И по их итогам определились 25 финалистов. Задачи, как правило, алгоритмические либо математические. То есть часто они имеют под собой реальную подоплеку. Например, это может быть в качестве абстрактной задачи, если у нас есть сеть дорог между городами, определить кратчайшие пути между какими-то городами при наличии условий. Евгений Соболев – один из трех харьковчан, отобравшихся в мировой топ-25 по скоростному программированию. Еще один харьковчанин работает сейчас в США, он сотрудник Facebook. Третий – родной брат Евгения. Тут все конкуренты, получается, то есть, конечно, хочется занять место повыше. Ну, конечно, я не считаю своего брата конкурентом, но здесь в таких соревнованиях обычно каждый сам за себя. Теперь каждый из 25 ведущих скоростных программистов мира будет за себя в финальном турнире, который состоится в первый день августа в офисе поисковой системы Яндекс в Берлине. Новости АТН планируют следить за выступлением харьковчан непосредственно с места событий. Виталий Лапскер, Александр Романовский, агентство телевидения «Новости».